Поэтому никакого кризиса нет, он в головах. Ну, в чем кризис, я не знаю. Цены больше, меньше. Все равно продукты в изобилии. Тогда продуктов не было. Не было продуктов. А за сапогами зимними стояли ночами в морозы, записывались. Так было жалко женщин. Ведь очень хочется хорошо одеться. Были колбасные электрички. Да ужасно все было. Экономика была ужасающая. Поэтому сейчас для тех, кто жил в то время, все разговоры, кризис, вот сейчас будет лучше, хуже, они смешны, потому что мы такое пережили тогда. Сейчас это называлось бы коллапсом, там, просто трагедией, просто, ну, все. А тут, в общем, доллар туда-сюда там качается. Сейчас, кстати, я считаю, что вот эти санкции — это огромная польза для нашей страны. Огромное счастье просто. Просто это должно было случиться, иначе нас подсаживали бы дальше и дальше не работать, а жить как Обломово. Нефть, газ, все есть, природные ископаемые, никто особо не трудится, молодежь слоняется, мы все больше подсаживались на западные экономические всякие штуки. То есть зависимость росла с каждым днем, можно сказать. И, наконец, нам отрубили эту зависимость. И теперь, ребята, давайте сами. Вот это давайте сами, это очень здорово. Потому что я по себе знаю, когда вдруг все останавливается, начинаешь крутиться. Когда все хорошо, тебе звонят, сегодня фильм предложили, музыку к фильму написать, завтра к мультфильму, послезавтра к спектаклю. Сидишь, там телефон звонит, ты выбираешь, и потом раз вдруг, и ни одного звонка. Ничего нет, и деньги кончились. И ты начинаешь судорожно, забыв о гордости, выступать везде, за любые деньги, сочинять, предлагать, крутиться начинаешь, рано вставать. Вот, и тут же и спорт пошел, ты должен выглядеть, ты уже за собой следишь, это же здорово. Поэтому санкции — это классно, это Господь Бог любит Россию, послал их. Вот. Время замечательное.